Йоу, салют, с вами Мастхэт, и сегодня мы смотрим новый клип Tenderly By и Лида. Про Tenderly я еще что-то знаю, видел ее каверы на ютубе, знаю, что это стримерша на твиче, более-менее шарю за эту тему. А у Лиды я вообще ничего не знаю, знаю, вроде у него есть канал с тематикой доты, где он переделывает песни, делает какие-то пародии, по-моему, но я в этом не уверен. Поэтому давайте смотреть, что это за трек, что за клип. Ты мой зайчик в этом мире, любим только мы с тобой. И я шла к тебе на свидание, показать свою любовь. I love you, показать свою любовь. I love you, и почти дошла. На кирпич упал тебе прямо на ебло. Это просто эпик фейл, как же так? Oh no, мое сердце взрывается на тысячи частиц. Никто не знает, что сейчас у меня на душе. Никто. Покурить бы сигаретку. Не так, 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 так плохо, потому что ты сдохла. Не знаю, что мне делать. Ну, это какой-то трэш. Я не знаю, это что-то по типу френдзона, мне такая музыка не нравится. И снова бою от тоски. Зачем? Но всегда я свой поезд не смогу больше туда парковать, и в печали с утра до ночи. Я не знаю, как называется такой стиль музыки, но у него точно есть название. Не знаю, это постироничная какая-то музыка, типа. Я не могу к этому серьезно относиться, но вокал у Tenderly здесь прикольный. Ночи с ночи до утра, но увидел я тебя и сразу закричал. Рар! Милый, как ты? Но... как это возможно? Ты что, смогла выжить? Нет. Блять. Нет, так плохо, потому что ты... При чем здесь это? Блять. Нет. Вот это. Нет, так плохо, потому что ты сдохла. Не знаю, что мне делать, и снова бою от тоски. Ну, есть понятие метамодернизм. Три месяца пота над этим клипом. Достойный лайка и комментария, не правда ли? Короче, не знаю, что там будет дальше. Мне не особо хочется досматривать. Там же трека не будет, правильно? Да, там пиар своего мерча. Короче, я не могу оценивать этот трек, потому что он мне не нравится. Это не тот стиль музыки, который я люблю слушать. И я могу здесь оценить только бит. Бит был, в принципе, неплохой, да, он такой зажигающий. И вокал у Tenderly тоже был прикольный. Типа, ну, у нее голос такой, ей повезло. Напишите свое мнение в комментариях по поводу этого трека, я почитаю с удовольствием. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Но с вами был Мастхэт, всем удачи и всем пока.